Господи. Господи, напугала. Чего ты так боишься-то? Смотри, конфеты. Их Виолетка наша очень любила. В мусоре роешься, да? Это вообще, мам. Кроме нее их никто больше не ел. Ну, так это я на кухне убирала и нашла. Наверное, Виолетта и забыла. Господи, она даже так страшно. Понимаешь, вот человек умер. Его уже нет давно. Все вокруг о нем напоминает. Я не могу. Я куда ни посмотрю, я везде ее вижу. То маленькой, то большой. Мамочка, ну успокойся. Ну нет ее больше. Да. Да. Ну ничего, ничего, все нормально. Ну что ты думаешь, что я в привидение верю? Так, память мучает. Я пойду. Ну что ты стала, как не дома? Проходи. Ну вот как ты так? Располагайся. Зачем? Ты же все равно меня убьешь. Слушай, давай только без драмы. Ненавижу. Ненавижу! Ненавижу! Ты его убил! Хватит! Ну, извини. Не знал, что у вас так серьезно. Ты меня удивляешь. Что не так? Ну, мы же по-другому договаривались. Или тебе вспомнилось былое? Чувство, нежность, марш Мендельсона. Может, ты еще в постель затащишь? Заткнись! Заткнись, слышишь меня? Сейчас лучше заткнись, закрой свой рот. Что ты хотела, чтобы я убил ее там, закопал? А ты стала хозяйкой всего вот этого? Так не будет. Никогда. У меня появился другой вариант. Я ее спрячу, а потом покажу всем, что она жива. И единственная наследница она. И я, ее муж. А ты никто. Я хотел тебя обмануть. Понимаешь ты? Я хотел тебя обмануть и не смог. Сука, я не смог! Бред какой-то. Ты единственный человек, от которого у меня нет секретов. И я не хочу, чтобы они появились от тебя. У меня так еще никогда не было. Ни с кем. Никогда. Так что теперь не будет.
будет ни по-твоему, ни по-моему. Будет только по-нашему. Мы признаем ее сумасшедшей. И станем ее опекунами. Ты все-таки сделал так, что мы можем быть вместе. Нет. Ты. Ты сделала. Слушай. Послушай. Мне нужна твоя помощь. Аня. Ань. Как Алевтина? Все хорошо, Артем Валерьевич. Еще что-то? Я слышал, ты Мишу Камбу. Что думаешь, про легионеллу рассказала? Все, друзья, стоим в коридоре, болтаем. Мы мне чуть дочь не угробили. И если бы ты тогда от этих своих слов не отказался, то ушел бы Фетисов. А в итоге ухожу я. Ань, да ну не было бы ему ничего. Тебе бы ничего не было, потому что мать в Минздраве. Да при чем здесь это? Да при том. Все, это уже не мои проблемы. 2 недели отработать и хорош. Да что ты думаешь, где-то лучше, что ли? У вас, кажется, операция, не надо тратить время. У вас там Василий Васильевич Пронин. А ты? А я подменилась. Удачи вам. Нашим пациентам. Пронин, представляете? Это который теперь советник президента? Да, по правам человека. Он же легенда. Помнишь захват заложников в школе в 2001-м? Онкоцентр детский в Саларьево. Это ж по его инициативе построили. Выполняю доступ к области артерии венозной мальформации. Очень неудобная. Не понимаю, как он еще ходит. По всем признакам должен развиться паралич. Вся поросла сосудами. Перерезать не той он паралитик. Или труп. Не каркайте под руку, Евгений Борисович. Понимаете, почему они остановились? Ну, сосуды мальформации оплели спинной мозг сильнее, чем это видно на ангиограммах. Гораздо сильнее. И сейчас чертовски сложно определить, какой из сосудов в этом клубке нужно извлекать первым? Может быть, дорсально удалить? Не все, а частично. Она ведь не агрессивна. Абсурд. Васкуляризованный узел. Откроется неконтролируемое кровотечение, он умрет на столе. Либо удалять все, либо вообще не трогать. Принесла? Привет, Паш. Привет. Ты принесла или нет? Что с тобой? Ты как бомж. У тебя такой голос был по телефону, что я решила сама приехать посмотреть на тебя. Ну, посмотрела. Что случилось? Аня, меня избили, сбросили с моста. Ее вез Корчут. Мне нужен его адрес. Тебе в полицию нужно. У тебя сейчас такое состояние, что тебе поверит только Кащенко, понимаешь?
Ань, со мной все в порядке. Я здоров. Я правда здоров. В полицию идти бесполезно. Мне никто не поверит. У меня нет доказательств, понимаешь? Ань, мне нужен адрес. Может, хватит? Зачем тебе это все? Ты не имеешь к этому отношения никакого. Он ее муж. Ты ее вылечил. Все, Паш. Паш, у тебя это серьезно? Спасибо. Привет. И с добрым утром тебя. Наташ. Так ты с ним заодно? И с ним, и заодно. Ну, а ты чего хотела, глупая, чтобы я тебя отпустила? Теперь, когда у меня есть все, что мне нужно, твой муж, мое наследство. Тебе никогда в голову не приходило, что нужно делиться? Убьешь меня? Да что ты? Ну что ты, дурочка, ну как я могу тебя убить? Ты же мое все. Ну а как я буду помнить, через что мне пришлось пройти? Тихо, тише, 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 тише. Иди ко мне, иди сюда. Тихо. Все, 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 все. Дыши, дыши, дыши. Дыши. Все хорошо. Да-да-да-да-да. А руку ты как твоя мама порезала, да? Так, а что если пойти от второго позвонка, попробовать обойти все крупные сосуды слева? У них слишком много. А если от седьмого? Вот здесь поменьше. А если задену? Заденет переднюю спинномозговую артерию, мозг останется без кислорода и погибнет. Надо брать выше. Ну что, начали? Еще нет. А если тут чуть выше? Переднюю радикульно-медулярную зацепишь. Зацеплю. А здесь? Если задену мозг, его парализует. Это Пронин. Сам знаю. Тварь. Мальформация, тварь. Обросла как. Ну, на ангиограмме должны были увидеть. Должны были. Было видно. Но вживую все оказалось намного страшнее. Павел, вы? Она здесь? Как? Она же была с вами. Он забрал ее. Как забрал? Корчин где? Не
с вчерашнего дня не появлялся. Вы мне не верите? А камеру поставили? Вы обещали. Я всегда выполняю то, что обещала. Одна в гостиной, а в кабинете получился только микрофон. И ничего, только деловые переговоры, а про это... Это похищение, я вообще ничего не знаю. Ну, сначала был человек в кафе, где мы встречались. Юра. С винтовкой. Господи, за мной все-таки следили. Что было дальше с вами? И что? Ничего. Нам просто повезло. Да и если бы я что-то такое знала или слышала, я бы уже была в полиции. Так где Корчин сейчас может быть? Я не знаю. На работе? Нет, вряд ли. Ночует он где? Здесь? А давайте ему позвоним. Давайте прямо сейчас ему позвоним, и, может быть, он что-то нам расскажет, может, мы что-нибудь услышим, или он... Может, мы даже услышим Виолетту? Не отвечает. Я так его боюсь. Я не понимаю, как Виола могла жить с таким человеком. Я очень боюсь, что он что-нибудь сделает с мамой. Она ведь ему больше не нужна. А вы ей рассказали про Виолетту? Нет. Мама болеет. Ей это будет не на пользу. Может быть, вам действительно уехать пока? Здесь же действительно опасно. Ну как я съеду? Он же тут же меня заподозрит. К тому же, знаете, я готова рискнуть ради своей сестры. Она бы для меня сделала то же самое. Как вы думаете, она жива? Думаю, да. Зачем-то она ему нужна. А Мельниченко, вы ему звонили? Разве вы ему не звонили? Я звонила, но я не дозвонилась. Но есть другой вариант. Какой? Неважно. Мне скажите. Вы не знакомы. Павел, удачи вам. Что она там ныла, что ее доктор не умеет плавать? Ну, хотя бы тебе он доверяет. Мне не доверяет. А если на нем была прослушка, если он пришел не один, он тут же побежит в полицию. Прекрасно. Прекрасно, что прекрасно? Я знаю, как от него избавиться. И это прекрасно. Приветствую всех. Ну, здравствуйте. Да ладно. Они еще здесь? Да, 6,5 часов. И до сих пор не сделали ни одного надреза. Нет, но есть еще один выход. Перерезать спинной мозг, и тогда можно удалить мальформацию целиком и не вызвать кровотечение. Но это... Зашивайте. В смысле, разрезали, посмотрели? Хотите попробовать, пожалуйста? Вот тело, вот микроскоп. Я не Андреев, я не возьмусь. Хотите, перерезайте. Как
регулятор диссектора. Зашивайте. Вот такой там клубок. Вот такой, один в один. Ладно, я сам поговорю с Прониным. Все ему объясню. Николай Алексеевич. Да нет, зря я вообще согласился. Я видел, что будет непросто, а оказалось невозможно. По крайней мере, для нас с вами. Да даже для Андреева это невозможно. Не факт, что и у него получилось бы. Если бы он был здесь. Николай Алексеевич. Павел. Вернулся. Ну, ты запропастился. Я уж чего только не надумал. Рад. Ужасно рад тебя видеть. Николай Алексеевич, послушайте меня. Я хочу, чтобы вы сейчас вызвали полицию. Чего-чего? Вы, наверное, помните нашу первую VIP-пациентку Арестову с 8-го этажа. Так вот, это я сделал так, что она умерла. Павел, тебе только новости сообщать. Так. Ну, продолжай. Она была в индуцированной коме. Ее муж захотел отключить ее не потому, что она в коме, чтобы убить ее. И что ты сделал? Я сфабриковал ее смерть. Как? А тело? Ее же кремировали. Нет, нет, не ее. Я сумел договориться. Павел, ты идиот? Кто об этом еще знал? Одному такое не провернуть. Кто тебе помогал? Ира, ты? Анна? Николай Алексеевич, никто не помогал, никто ничего не знал. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Сейчас будет расследование, меня арестуют, вам будут задавать вопросы. Простите меня, я не должен был подставлять вас и клинику. Ты вообще ничего не должен был делать. Когда криминал, мы сообщаем в полицию. Ясно? Или у тебя что-то было с этой пациенткой раньше? Говори, мне интересно. Ты знал ее до этого? Нет. Я впервые увидел ее здесь, в клинике. Если я сейчас пойду в полицию, ей успеет помочь. Паша, ну ты правда идиот. Закройте дверь, я занят. Андреев Павел Александрович. Я. Старший лейтенант Курбатов. Руки, пожалуйста. Вы задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье 126 «Похищение человека». Я все знала. С самого начала? Нет. Он позвонил мне уже позже, потому что ему нужна была консультация. Он запутался в лекарствах, и я, конечно, не могла ему не помочь. И ничего нельзя было уже изменить, да? Нельзя. Нет, я, конечно, могла пойти в полицию сообщить. Но это же наш Пашка. Как я про него расскажу? Нет, могла рассказать. Должна была. Если бы ты знал, как я этого хотела. Выходит, Аня, что ты мне не доверяла. Доверяла. И доверяю. Женя, я тебе ребенка своего доверила. Но я не могла на тебя это взвалить. То есть таким странным путем ты меня оберегала, не доверяя мне?
Ну хорошо. Но если б я тебе рассказала, ну что бы ты сделал? Тогда 2 дня за свой счет брала. Ты к нему ездила? При выходе из комы возникли психоневрологические проблемы. Скажи, ей действительно угрожали? Как я понимаю, да. По-твоему, он ее спас? Не знаю. Я не судья. Ань, ты только знай, что в любом случае я на твоей стороне. Спасибо тебе. Коль. Слушаю. Вы просили сказать, когда очнется Пронин. Голодовка? В принципе, мило с твоей стороны. Помрешь, документ не надо восстанавливать, таскаться сюда каждый день. Труп в речку и привет. Именно так ты и поступил с ним. Ну да забудь ты уже. Выбраться хочешь отсюда? Мне все равно. Это ты сейчас так говоришь. А как запоешь через неделю, через месяц? Ничего не изменится. Пла-пла-пла-пла. Вот не верю, что ты так взяла и влюбилась в него. Выполнишь одно условие и гуляй. Это ты их убил? Кого? Его семью. Да можешь ты мозги в кучу собрать. Я тебе дело предлагаю. Тебе надо просто прикинуться овощем. Психиатры признают тебя невменяемой. Меня назначат твоим опекуном. Я номинально отправлю тебя в психушку. Но на самом деле вали куда захочешь. На все 4 стороны. Хоть в Австралию езжай. Я тебе даже новое имя сделаю. Главное, чтобы ты не мешалась под ногами. Ты просто хочешь моих денег. Я тебе взамен жизнь предлагаю. Надо просто сыграть роль. Если мне это позволит тебя не видеть, я сделаю все, что угодно. Ну, значит, договорились. Сиди, не двигайся. На вопрос отвечай, да или нет. Виола, Павел Андреев. Он похитил тебя. Итак, вы увезли Виолетту Аристову из больницы, верно? Она была не против. В состоянии коматоза? Вы как с ней, на уровне мысли общались? А вы спросите у нее самой. Она вообще где? Она жива? Вы сами-то ее видели? Кто еще участвовал в похищении? Кто вам помогал? Никто, я сам, я один. Я просто хорошо знаю, как все устроено в больнице. Вы так запросто обхитрили своих коллег? Смерть констатировали не вы. Инъекция барбитурат тормозит нервную систему и блокирует центр терморегуляции в гипоталамусе. Затем температура тела понижается до 28. Пульса почти нет, его невозможно нащупать. Это практически официальная смерть. Умно. Я хорошо учился в институте. Другие, наверное, хуже. А вы с Виолеттой, как сказать, в отношениях? Нет. Да, я ничего не понимаю. Странный какой-то вы доктор. Почему вы с коллегами не поделились об активности мозга? Как это называется? Синдром закрытого человека? Запертого. Запертого, хорошо. Зачем вы ее из города увезли? По-моему, все, ну, немножко проще. Вы пережили травму. У вас на фоне травмы начался стресс. А теперь господин Корчин отыскал свою больную жену, вернул ее домой. И написал на вас заяву. То есть так намного проще и понятней.
так логично. Так я понимаю, да? А я просто сошел с ума. А это так? Давайте еще раз сначала и по порядку. Угу. Виолетта пришла в себя в этой больнице уже, в Грибном. Так? Да. А главврач этой больницы, Татьяна Леглер, с вами в сговоре? Нет. Она вообще ничего не знает. Я сам давал лекарства, я сам их привез. Она вообще ни в чем не участвовала. Угу. Хорошо. Так не холодно? Ты такой смешной. Так заботишься обо мне. Ну, знаешь ли, у меня это первый ребенок, вот я и волнуюсь. Так. Какой-то номер незнакомый. Тань, да смотри ты, потом перезвонишь, смотри. Не отвечает. Но мы ее обязательно допрос вызовем. Вызовите Виолетту Аристову. Она вам все подтвердит. Вот зачем этот огород городить? А вы знаете, мы с ней же пообщались. И она все подтвердила. Виола, ты понимаешь Смотрите. Вопрос? Да. Павел Андреев. Он похитил тебя? Похитил. И удерживал, не давая связаться с семьей. Похитил. Отвечай только «да» или «нет». Похитил. Похитил. Жена, похитил. Похитил. Вы что, похитил. Вы этого не видели? Похитил. Она же на препаратах. Это будут врачи решать на свидетельствовании. Так же, как и вопрос о ее дееспособности. Теперь, Павел Александрович, надеюсь, вы понимаете, насколько неубедительно звучит ваша версия. Вот, ножки. Он точно йогой будет заниматься. Я его всему научу. Дальше. Вот, ручки. Подожди, а спустись обратно. Нет, это там, где ножки. Дай мне. Подожди. Это левее. Это еще левее, Тань. Тань, теперь правее. Да я сам. Продолжать операцию дальше без вашего согласия мы не имели права. Я прошу прощения за ложную надежду, которую я вам дал. Не волнуйтесь. Я привык, что приходит очередной доктор и говорит, что я безнадежен. В вашем случае единственная возможность – это перерезать спинной мозг, что позволит удалить опухоль. Но вы останетесь инвалидом. То есть выбор у меня небольшой. Либо смерть, либо паралич. Послушайте, у меня есть к вам предложение. Оно может показаться вам странным. Николай Алексеевич! Николай Алексеевич! Коля! Ну и долго ты собираешься еще молчать? Ты хочешь, чтобы я признала себя виновной? Павел для тебя давно стал сыном.
Но он отдельно от тебя личность. Он хотел оградить тебя от своих неприятностей, понимая, в каком ты состоянии. И молчал. Да он думает, что ты винишь его в этой аварии. Что это он должен был там быть. Что он мог не пойти на это открытие. Я тоже мог. Я злюсь не потому, что ты скрыла, а потому, что не понимаешь, что я тоже его люблю. Ира, мне нужно ехать. Да, тебе нужно ехать. Следователь показал мне видео. По нему понятно, что говорит она не по своей воле. Но ты же сам хотел, чтобы начали расследование. Да, но я не думал, что он так далеко зайдет. Так что, Николай Алексеевич, мне нужен адвокат. Подожди. Вот что. Взгляни на это. Мальформация в позвоночнике у советника президента Пронина. Если ты возьмешься... Как? Я в СИЗО. Если возьмешься, то, думаю, у него получится изменить на подписку о невыезде. Опухоль захватила систему кровообращения. Там вот такой клубок сосудов. Ну, что скажешь? Мне нужна свежая КТ, селективная ангиография и 20 часов времени. Быстрее не управлюсь. Дата, подпись. Подписка не выезде? Да. Не знаю, кто за вас попросил. Можете идти в пределы города. Единственное, что на время следствия господину Корчину вам приближаться запрещено. Это ясно? Да. Мы к кому? Извините, вам назначено. Вячеслав Анатольевич занят. Стойте, вам туда нельзя. Я сейчас охрану позову. Охрана, срочно в кабинет генерального. Корчин, где она? Я знаю, ты ее чем-то пичкаешь. Я видел запись. Ты совсем уже охамел? Что это, психотроп, наркотики? Дверь отпусти, дурачок. Послушай, давай договоримся. Я сделаю все, что ты хочешь. Я всю вину возьму на себя. Как она тебя зацепила? Да ты посмотри. Она сойдет с ума, ты убьешь этот больной ублюдок. И про бабу свою сразу забыл. И про пацана. Ай, молодец. Красава! Все, что ты сделал, абсолютно напрасно. Уберите его отсюда. Паш, я так рада, что ты за это взялся. А то Волокушин с Егоровым 7 часов простояли. Представляешь? Просто стояли, смотрели, ничего не могли сделать. Ничего не бойся. Мы справимся. Да. Я про тебя вообще ничего не сказал. Ты вообще ничего не знаешь. Мы с тобой про мои дела вообще не говорили. Хорошо. Угу. Кстати, я увольняюсь. Теперь ты. Ладно, потом поговорим. За помощь спасибо. Финальный аккорд. Не могла же я тебя без прикрытия оставить. Подгузник налила. 20 часов стоять, конечно. Доктор, это за вас спросил Семенов. Здравствуйте, Василий Васильевич. Мне нравится ваш взгляд. Прямой. У трусов такого не бывает. Послушайте, я хочу, чтобы вы знали, если вам придется резать спинной мозг, режьте. Пусть я буду в коляске, инвалид.
Но зато живой. Так, все готово? Угу. Сейчас я надену маску и будем считать от 10 до 0. 10, 9, 8, 7. Что будем делать? Не знаю. Давай пельмени налепим. Все равно выходной. Тань, не прикидывайся, пожалуйста, а? Так ведь еще хуже. Я не готова рожать неполноценного ребенка. Он все равно умрет. С этим долго не живут. Тогда зачем? Какой в этом смысл? Родиться, чтобы умереть? Я не буду приводить в этот мир человечка, который обречен на мучения. Я просто права не имею. Понимаешь? Лучше сразу все это закончить. Ведь была моя прихоть. Все эти психологи перинатальные на Ютубе. Все это ответственное зачатие, какой-то бред просто. У меня была простая мечта, простая женская. Стать мамой. Почти стала. Значит, аборт. Вижу АВМ. Клубок патологических тонкостенных сосудов в супрахоидальном пространстве. Теперь вы понимаете, почему мы... Да, да, понимаю. Крупные приводящие артерии. Одна из них передняя спинномозговая. Парируем ее. И произойдет спинальный шок. Ну и какая из них? Ну, бирочки на ней нет. Коагулятор, пожалуйста. Не волнуйся, он знает, что делать. Хирургия уверена, но... Я знаю. Я говорил с ним. Он рассказал все. И то, как вышел из своего этого состояния, тоже рассказал. Павел Александрович. Павел Александрович. С психикой у него нормально? И таких видений больше нет. Помогла ему в этом Виолетта. Ага. Вот оно как. Удачи нам. И нашим пациентам. Аспиратор. Ну что, какой выбрать? Евгений Борисович, правый, левый? Любой из сосудов может питать спинной мозг. Монетку бросим. Ну что ж, пусть будет левой. Начинаю сечение. Да, алло. Здравствуйте, вас из Следственного комитета беспокоит. Следователь Макавеев. Татьяна Леглер? Вы меня слушаете? Да, это я. Хотел бы, чтобы вы завтра ко мне приехали. Да-да, а что случилось? Вас упомянули как свидетеля в деле о похищении. А кто? Подследственный Андреев Павел Александрович. Тогда завтра жду вас, да, в 11? Кабинет 307. Адрес. Набережная реки Мойки, 86. Следователь Маковеев. Очень жду. Хорошо, я буду. Я поняла вас. До свидания. Очень жду. Я как чувствовала, что все этим закончится. Нам надо делать аборт. Аня, как дела? Внутричерепное давление растет. Кровь ликвари. Промываем? Да, промываем. Пропофол, 0,5 миллиграмма на килограмм. Еще промываем. Еще. Вижу кровецасвод, но проблема не из-за него. Жень. Коагулирую.
Паш, что-то не так. Теряем отклик от конечностей. Субарахноидальное кровотечение? Не вижу. Возможно, реакция на кетамин. Теряем отклик от конечностей. Пытаюсь разобраться, в чем проблема. Отклика от ног нет. Он задел мозг. Спокойно, пожалуйста. Мне нужно время, я разберусь. Черт. Это конец. Виолетта? Виолетточка, родная, это ты? Диана? Господи, живая. Живая. Я сейчас... Надо ключ достать, надо... Сейчас, Авелома. Диана, тебе полезно. Что? Что ты говоришь, я не слышу. Я говорю, не надо, слышишь? Уходи. Они спят. Все равно не надо. Девочка, господи, за что ж это? Ну что ты нос-то повесила? Ты же Аристо. Мам, он мне все забрал. Убил человека, который меня спас. Что? Ты о ком говоришь? Кого он убил? Мой врач. Андреев Павел Александрович. Он живой. Я сама его видела утром. Что? Он жив. Слышишь? Ты подожди меня. Я что? Сейчас попробую ключ достать. Мама.